Здравствуйте. Сегодня хочу показать, как заводится приора в мороз. Минус 26 или 27. С вчерашнего дня стоит. Не открывал. Так, убавляем печку. Так, посмотрим, что она у нас покажет. Минус 27. Накачиваем. Так, выжмем сцепление, холодно. Коробка он замерзла. Пробуем. Ой, ремень засвистел. Так, ну завелась. Легко, я скажу. Опускаем сцепление. Ого. Печку включу, ну и пойду домой. Все, всем спасибо.